Да, капитан? Да, мэм. Капитан, вам что-нибудь нужно? Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Внутреннее давление у... сравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Репортер Калиса Аль-Джелани недавно попыталась взять интервью у первого спектра человека по фамилии Шепард. Капитану удалось достойно отвечать на каверзные вопросы и продемонстрировать, что под военной формой скрывается острый дипломатический ум. Эксклюзивный репортаж в нашем следующем выпуске. Праздничные мероприятия пройдут в честь годовщины окончания Рахнийских войн. Расы Совета, в особенности Азари и Соларианцы, проведут военные парады, посвященные победе над Рахни. Несколько колоний Азари, признавая свой долг перед Кроганами, благодаря которым победа стала возможна, пригласили их представителей на запланированные торжества. Да, капитан. Где я могу найти адмирала Кахоку? Последний раз он вроде был в башне Цитадели. Пытался убедить совет начать расследование смерти Бейнса. Что-нибудь еще, капитан? Мне нужно идти. Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится.
Здесь есть прекрасный парк, где могут отдыхать послы. Правда, у большинства из них на это нет времени. Раньше у моей расы здесь было посольство. Но после того, как мы создали гетов, нас не рады здесь видеть. Столько свободного пространства. Тысячи человек может жить здесь и не видеть друг друга. Они создали озеро на космической станции. Я даже представить не могу, сколько на это ушло ресурсов. Да, Шепард, вы нашли мою сестру? Далия мертва. Я сама ее убила. И если вы не хотите последовать ее примеру, лучше расскажите мне все. Не надо на меня кричать, капитан. Думаю, вы в сущности и сами понимаете, почему я вам солгала. Если бы люди узнали, что моя сестра преступница, меня сочли бы угрозой обществу. Меня отстранили бы от должности или отправили в бессрочный отпуск, пока ее не поймают. Поэтому мне пришлось обмануть вас. Я не хотела рисковать. Вы могли выдать меня. Но теперь, когда Далии нет в живых, это в сущности уже не важно. Я бы помогла и так. Достаточно было сказать правду. Может, вы и правы. Извините. У нас в семье проблемы с доверием. Оно и видно. Я переведу немного кредитов на ваш счет в знак моей признательности. Надеюсь, сумма вас устроит. Вы перспективный дипломат. Вам не помешает иметь под рукой Спектра, который в долгу перед вами. Логично. Заплатить может каждый. А я могу предоставить вам доступ к покупке прототипов азарийских модификаций. Я добавлю вас в список привилегированных клиентов нашего производителя. Думаю, вас заинтересует его ассортимент. До свидания, Шепард. Было очень приятно иметь с вами дело. Спасибо за помощь, Шепард. Спасибо за помощь. Раньше у моей расы здесь было посольство. Но после того, как мы создали гетов, нас не рады здесь видеть. Да, капитан. Я могу чем-нибудь... Давайте посмотрим на ваши товары. Конечно.
Да, капитан. Мне пора. До свидания. Да, капитан. Я могу... Давайте Конечно. С возвращением, житель Земли. Вам нужны припасы, чтобы вернуться. Покажите, что у вас есть. С удовольствием. Уверен, вам обязательно. Капитан, наконец-то вы вернулись. У меня, в общем, идейка есть. И это, мне ваша помощь нужна. У меня куча дел, но я могу уделить тебе минутку. Чудно! Короче, я быстро. Сейчас, короче, многие колонии землян под огнем. И, в общем, я думаю, одного спектра маловато. Вы, короче, можете записать меня в спектры? Конрад, не думаю, что это хорошая идея. Но из вас-то вон какой спектр вышел. Я это, всегда рядом буду и вообще покажу совету, кто тут король вечеринки. Но я-то хочу сражаться бок о бок с вами. Быть в клёвых битвах, как на Элизиуме во время Блица. Я верю тебе, Конрад. Но ты должен бороться за другое. Чего? Я не понял. Знаешь, что вдохновляет меня? Мысль, что дома остаются крепкие парни, как ты, способные защитить родную планету. Вы правы. Я что-то слишком увлекся всей этой геройщиной. Помочь хотел. Полечу домой. Спасибо, что вправили мозги. Да, человек. Тебе что-то нужно? Что да? тебе известно? Я ни... Что тебе известно? Я никогда не... О, думаю, тебе... Да, человек. Тебе что-то нужно? О, думаю... Расследование событий на Иден Прайм, как сообщается, вынудило Совет лишить статуса Спектра одного из своих агентов. Бывший Спектр, имя которого пока не называется, не был взят под стражу, однако пресс-секретарь Совета уверил, что все необходимые меры были приняты. Снова ты.
Может, найдешь пару лишних кредитов, коллега? Я поговорила с матерью. Она рассказала мне, что случилось на Мендуаре. Правда? Рассказала-таки. Людей связали, как свиней. Заперли в клетки. Они кричали и тянули руки. Их погрузили в грузовые капсулы. Мы не могли подобраться. Батарианцы держали оборону и не давали подойти. Десятки солдат полегли, пытаясь приблизиться к ним. Мы могли только стоять и смотреть, как они забирают людей. Эта картина уже 13 лет стоит у меня перед глазами. Что ты можешь предложить мне, а? Я не собираюсь давать вам деньги, чтобы вы допились до смерти. Прекращайте это. Если нет предложений получше, просто дай мне двадцатку. Хорошей бутылки виски хватит, чтобы сны прекратились. Моя мать сказала, что вам следует обратиться в Комитет по делам ветеранов. Вы не единственный, кто побывал в таком аду. Они смогут помочь. КДВ? Черти что! Ладно, если она хочет, чтобы я с ними поговорил, я это сделаю. Для нее она всегда обо мне пеклась. Наивная всегда была. Все, что может КДВ, это накачать тебя химией. Если она захочет поговорить, скажи ей, что найти меня можно через КДВ Цитадели. Альянс сообщает, что вторжение гетов в скопление туманности Армстронга было отражено. Геты понесли большие потери. На случай нового появления гетов, Альянс планирует усилить военное присутствие в этом районе. Капитан Шепард, можно поговорить с вами? И снова привет, капитан. У меня есть для вас прелестное предложение. Вы помогли мне получить информацию о преступном синдикате, и в этот раз редакция выделила мне сумму покрупнее. Я занимаюсь условиями труда транспортных диспетчеров. Вы сможете помочь мне? По-моему, это дело намного мельче, чем коррупция. Если честно, оно даже важнее. Речь идет не об обогащении, а об общественной безопасности. Ходят слухи, что транспортные диспетчеры работают сверх нормы. Это опасно и может привести к авариям. Я не могу попасть в пункт управления, а вы можете. Если вы установите там жучок, репортаж будет у меня в кармане. Все знают, что транспортные диспетчеры работают сверх нормы. Что в этом такого? Есть разница в сверхурочной работе и нарушении норм безопасности. За последние 100 лет транспортный поток на Цитадели увеличился на 300%, а штат диспетчеров остался прежним. Прелестно, а? Дошло до того, что 2 или 3 кораблям в неделю отказывают в посадке. Будем ждать, когда произойдет серьезная авария? Если вы донесете это до общественности, что произойдет? В идеале должны улучшиться условия труда, должны нанять дополнительный штат и обновить оборудование. Совет не станет оплачивать модернизацию по собственной инициативе. Этот репортаж будет хорошим пинком под зад. Что вы сможете записать с помощью этого жучка?
картинку и звук. Я не собираюсь взламывать систему управления транспортным потоком, если вас это беспокоит. Мне просто нужно видеть и слышать их, чтобы выяснить эффективность их работы. Этот жучок, он может создать помехи в транспортной системе? Никаких помех он не создаст. Я постаралась, чтобы он работал на собственных частотах. Не буду ничего обещать, но посмотрю, что можно сделать. Давайте, жучок. Прелестно. Просто установите его на одном из терминалов, с которого будет хорошо видно помещение. Еще раз спасибо за помощь. В будущем этот репортаж поможет спасти жизни. Нет, я хочу поговорить с одним из помощников членов Совета. Что насчет моей разведывательной группы? Не знаю даже, как сказать, адмирал. Ваших людей убил молотильщик. Молотильщик? Но мои разведчики не могли так просто попасть в гнездо молотильщиков. Не вся же группа. Кто-то заманил их туда с помощью маяка бедствия Альянса. Разместил так ловко, что они приземлились прямо в гнезде молотильщика. Проклятие! У меня были дурные предчувствия с момента пропажи группы. Маяк бедствия в качестве приманки, и никто, похоже, не знает об этом. Благодарю вас, капитан, за то, что вы сделали. Теперь дело за мной. Семьи этих космопехов должны узнать, как они погибли. Капитан Андерсон сказал, что у вас есть информация о Бэйнсе. Не так уж много мне известно. Один из членов моей группы нашел его. Он замерз на борту заброшенного корабля. Пропавшие разведчики, которых я попросил вас найти. Они осматривали систему, где мы нашли Бэйнса на борту корабля. Вам что-то нужно от меня? Да-да-да. Не сейчас, Шепард, но я вам сообщу, как только что-то выясню. Привет еще раз. Что-то не так? Я не получаю никаких сигналов от жучка. Я не буду устанавливать этот жучок. Мне не нравится эта идея. Почему? Нужно, чтобы кто-то поведал историю этих диспетчеров. Она заслуживает внимания общественности. Вы на самом деле беспокоитесь о них? Или просто рейтинг поднять хотите? Нет, конечно нет. Я забочусь об общественной безопасности. Я пытаюсь помочь людям. Мне придется сменить тему репортажа. Если я преподнесу это как тяжелый труд на неблагодарной работе, они согласятся на интервью. Вот награда. Спасибо за проведенное расследование и за новую информацию. А теперь мне надо в редакцию. Недавние атаки на Eden Prime, многие колониальные инвесторы прекращают финансовую поддержку будущих проектов. Сторонники колонизации из расы людей настаивают на том, что Eden Prime был единичным случаем. Однако количество желающих стать колонистами резко уменьшилось. Многие предложения о колонизации были заморожены в ожидании гарантий безопасности для поселений. Хм.
протеане явно считали ретрансляторы произведениями искусства, и мы, кварианцы, смогли оценить их красоту за время своих странствий. Капитан, торговец рад снова видеть вас. Покажите мне ваши товары. Торговец? Капитан, торговец рад... Покажите мне ваш... Торговец рад услужить. Капитан, торговец... Торговец... Восстали против совета, но у них есть своя статуя на цитадели, а мы, кварианцы, по-прежнему считаемся изгоями? Приветствую, капитан. Я открою вам доступ. Корпорация «Экзогени» недавно сделала официальное заявление, касающееся пропавшей разведгруппы в скоплении «Гаммы Аида». Согласно этому заявлению, тела членов разведгруппы были обнаружены недалеко от исследовательского лагеря. Выживших нет. Предполагается, что исследователи стали жертвами случайной атаки наемников.
Имена погибших сообщат после того, как будут оповещены их семьи. Варианцев в СБЦ не любят. Офицеры думают, что мы все попрошайки и жулики. Статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал. Капитан, для вас сообщение. Только что пришло по закрытому каналу. Шепард, это адмирал Кахоку. Я узнал, кто заманил в ловушку моих людей. Тех, которых убил молотильщик. Черт, надеюсь, вы получите это сообщение. Это была группа под названием Цербер. Они выполняли секретные задания для Альянса. Высший уровень безопасности. Они исчезли несколько месяцев назад, не оставив никаких следов. Никто не знал, куда они делись и чем занимаются. Шепард, они сошли с ума. Они проводят незаконные генетические эксперименты, пытаясь создать какого-то суперсолдата. У меня нет доказательств, но я получил координаты одной из планет, где они проводят исследования. Передаю их вам. Они вышли из-под контроля. Кто-то должен их остановить. Я сделал все, что мог. Теперь ваша очередь. Это, возможно, последнее, что вы от меня услышите. Цербер охотится за мной. Мне надо исчезнуть, пока они меня не нашли. Внутреннее давление. Уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял.
Чем могу быть полезен? Конечно. Изменение статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал. Давление уравнивается с... атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял.
торговец Хорошо. Я буду благодарна, если вы сделаете свое дело и улетите. Статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал. Интересуетесь новинками? Интересуетесь новинками? Как скажете, капитан.
Интересуетесь новинками? Как скажете, капитан. Интересуетесь новинками? Как скажете, капитан.